развлекательные танцы собрали целую толпу людей. Ребята демонстрировали разные стили и направления. Аплодировал молодым танцорам и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Больше всего политику понравился брейк-данс. Сам депутат Госдумы в пляс не пустился, но стал активно приглашать зрителей. Те же не упустили возможность сделать селфи с известным политиком и взять у него автограф. Владимир Жириновский отметил, весь народ России должен брать пример с Сочи. Вроде вот флешмоб, по-русски сбор людей. У нас, чтобы во всех городах это было, люди могли повстречаться, где-то там кафе, посидеть, поговорить, потанцевать. Это очень важно. Я в свое время и вальс любил, и танго, и фокстрот. А сейчас мне брейк нравится. Когда крутится, это просто и спорт, и музыка, и какое-то ухарство. Они же прям делают то, что спортсмены, может быть, не все могут. Владимир Вольфович также отметил, что Сочи очень красивый город и рекомендовал каждому россиянину хоть раз посетить его. К слову, такие танцевальные флешмобы пройдут во всех городах России.